18 февраля в кадетском классе школы номер 16 города Твери инспектор отдела кадров следственного управления подполковник юстиции Алексей Варфоломеев провел урок по безопасности детей и подростков. Беседа затрагивала прежде всего часы зимнего отдыха школьников. В ходе урока старшеклассникам и младшим школьникам продемонстрирован специальный видеорепортаж, подготовленный управлением взаимодействия со СМИ Следственного комитета Российской Федерации. Каждое ваше действие, непродуманное действие, безрассудное действие может причинить не только боль и горе вашей семье, но и абсолютно постороннему человеку. Зимой нередко возникают опасные ситуации, которые могут привести к травмированию детей и подростков. Следователи вновь обращаются к ребятам не подвергать своей жизни опасности и быть более осмотрительными при катании на тюбингах, ватрушках, при спусках с лыжных склонов. Особая бдительность необходима при переходе дорог и прохождении вблизи многоэтажек, где не исключены случаи падения наледи с крыш. Только с начала нового 2021 года в нашей стране произошли десятки случаев детского травматизма и гибели. Анализ практики организации зимнего отдыха, который проводился в рамках расследования уголовных дел, говорит о том, что часто люди не могут объективно оценить уровень опасности. Одна из главных задач Следственного комитета – защита несовершеннолетних. Не только защита от преступлений, других преступных посягательств. Мы чувствуем свою задачу более шире. Уберечь любого ребенка от любых неприятностей. Получение травмы, получение увечья – это также наша задача. Интересный урок был? Да, очень. Важно это знать, как ты думаешь? Да. Сами как катаетесь? Да. Мы соблюдаем правила безопасности, не катаемся вблизи водоемов. Отдельно обращаемся к родителям. Если произошел несчастный случай и ваш ребенок получил травму, необходимо срочно звонить по телефону экстренных служб 112. Во всех случаях ненадлежащего оказания услуг детям при занятиях зимними видами спорта в специализированных местах отдыха обращайтесь в Следственный комитет на телефон горячей линии «Ребенок в опасности».